приветики. Сегодня у нас 12 июня, и мы сегодня едем в совхоз «Вторая пятилетка». Это, наверное, километров 30 отсюда. Там живет Колин, двоюродный брат с женой. Они уже у нас были. И сегодня мы нанесем им ответный визит. Вернее, нет, я сказала неправильно. Живут они в Воронеже, а там у них домик и участок. Нарвала свиночкам свежей травки. Рыжуля ест, аж прихрюкивает. Не зря ты свинья. Да, положила морковочки, яблочко. Ну, летом я мало даю овощей, фруктов. Пускай трескую травку наедаются. Они сами больше отказываются от овощей и дают предпочтение травочке. Сейчас тетя Клава придет, позавтракаем. Надаю ей ЦУ. Нарвала травки еще на будущее, чтобы она там не лазила. Все, что было на мази, да? Хлюндели, мамка уезжает, вас оставляет. Ведите себя прилично, чтобы мне не было за вас стыдно. Ну, Базилик, завтрака, доброе утро. Базилик, вон как вырос-то. Я говорю, Базилик мой вырос как. Только не говори, кто поливает. Вот, только раз. Ага. Ты так поливаешь, да? Я ни разу не видел. Ну, а что тебе, трудно заодно пройти? У меня маленький огород, у вас вот с этой Клавой большой. А клубнику завтра буду собирать. Вчера всю съела. Вон она поперла. Попер-бобер. Покажите, это с одного кустика так, да? Нет, я не копала. А, нечаянно. Задела. А. Так а вот эти вот не детки сажать, вот эти вот? Или тоже картошка молодая? Картошка. Я тяпкой задела. А. А мы уже собрались. Я одела вот этот сарафанчик, покупала его в Судаке. Поеду в крымском сарафане. А он лук какой красивый цвет-то. А? Лук красивого цвета, светло, как салатовый. А, это. Чего, цветет что-то? Корм для коров. Короче, еда для животных. Кладбище деревенское. По пути, по дороге едем. Вот вторая пятилетка. Это, наверное, подсолнух насаженный. Растет поле целое. У них с краю прям дом. Там, а вот он. А он и сын стоит. А вы только встали, да? Почему? Я уже порядок навел, мусор вон собрал. Ага. Ой, тоже петуни красивые. С электрички, кажется, сколько. Уже на экскурсию мужики пошли. Ой, пионы какие. Ой. Что у вас за приспособа тут? Легко, знаешь как? Это полоть? Короче, ты попробуешь. Я тебе ремень на шею набрасываю. Не нужен ремень. Ну, просто взял, не, руку и легче тянешь. Будет, и будешь тянуть. Погоди, а где тут все? Вот это. А, эту штуку вставлять, да? Когда? И теперь как тачку впереди себя толкаешь. Да, она продается или ты сам тут смастерил? С соседом он уже добили. Капец. Мать, ну удобно, Толь. Один. А, вот черешня где. Ага, вот ремень есть. Ничего я себе. Ничего себе какая. Она уже все, есть можно, да? Здесь надо повесить, чтобы гости тут приехали. А это что, зазываете гостей красной штучкой? Птицы клюют, Лен. А. Чего? Вон. Вон кто, он оттуда сорвать тебя. Она уже спелая. Слышь, вот где-то не сорвать. Ой, красота. Тихо. Вот эти сорвать. Ой, батюшка, не какие. Вот, рви. Ой. Вот это надо рвать. Ну, сорви, я съем. Ну, где рви? А то мы так позавтракали, что это место в животе не освободилось. Мы еще не завтракали. А мы поели. Ай, яблоки. Ну, вот это да. Вкусняшка. Не, вот такая, вот типа вот такой у них трава, вот такая. О, наподобие, это, густая. Значит, да. Она легла, ну жара такая. Я снял у них покрывало, расстелил, сам рядом мы вырубили. Уснули на траве во дворе. В теньку. А они специально мало бегают, они оставляют эту травку. Да. Мы с Колей улеглись так хорошо на больше часа, выспались днем. Все в доме, а мы на улице. О, груша это растет. Малая какая. Мелкая груша, на ней уже грушинки висят. Неужели поспеют, а? А если большая будет, что будет? Вот большая, ей расти надо. Не, я поняла, но вот если она вырастет, это что, будут вот такие вот палочки, на ней будут грушки? Ну, это видеть надо. Вчера взял картошки молодой.
не на мангале. Сало фольги молодой. Блин, вообще классно. Вот конечно. Такие жели. Это мои молодые картошки. Такая продается. Уже первая местная, да? Нет, это крупная. А это я вчера маленькую взял, набрал тут в магните, набрал мелкой. Жопки отрезали, сало, картошка. Сало, картошка. И фольгу. Блин, вообще. Прикольно. Класс, вообще она прям... Она вот от сала забирает вот этот жир, и картошка становится... А если вы жарить ее без фольги, сало вниз капает и все. А это на фольге, она пропитывается. Блин, вообще, вчера прям полез. Класс вообще. Куда полез? За черешней. Обезьяна! Куда полезла? Вчера, наверное, минут за 40 пахали огород. Молодцы. Я говорю, куда твоя обезьяна полезла? Нет, ты смотри. Одну мафия. Слышь, как вы корцы, они как в детстве. А я вот не люблю сельдь. На ночь провалили. Мне структура не нравится. А мне вишня не нравится на кислое, а черешня сладкая нравится. Мне вот сама структура не нравится. На экскурсию к соседям, да? Да, пойдем. И там шпионы в конце огорода. Это ваша там все, да? Ну, вот наша половина. А, вот до сюда ваша. А картошку как делите? Да это не сажают, я не сажаю. А, вы здесь не сажаете, да? Я смотрю, картошка одна везде. А это уже соседская. Да. А, тут, блин, площадка. Глэч. А, закрыли глэчиком. Здесь можем сидеть. Можем здесь садиться. Ключи есть. А, машину поставили. Их нету, да, соседей? Они завтра только приедут. Ой, ты крыша. Они на два дня уехали. Тетерь, что такое тетерь? Да? Да. Вы его кормите? Нет. Нет, он уже сам кормится. Ты такой жирный. Это для деток у них. Вот такой сделать себе. Ну, тоже хороший дворик. Ой, это маки. Да. Ух ты. Ничего себе какие. А крокодил он, видишь? Кусты. А, крокодил тут лежит. Вот там птички у него тут. Всякие много, эти. Ботинки, птички сидят. Татуэточки. Вот ботинки, птички, видишь? А, о. И даже там бархатцы. Вон еще одна сидит. А тут типа прудик маленький придумали с этого, с мисочки. Ой, а розочки-то, глянь, какие малюсенькие. Слушай, тоже классно, да, для ребенка вот так вот. А что вода такая, так и надо? А какая вода? Синяя, голубая. А это дно, наверное, это такое. Дно. А, это цвет, а. Дно такое. Короче, знаешь, это покрылось. Если что, можно нырять, да? Спьяну, да. Можно нырнуть. Она говорит, дед, насос подкачивать. Вот. А, вот у них этот и грибочек тут посидеть можно. Где-то висит. Да, вчера они тут. Ну, классно тоже, молодцы. Котик, ты за нами, ты к нам в гости приходи. Чика-чика, ты за Леной пошел? Пошел за Леной, да? Все? Мой верный кот. Ты мой верный кот. Тебя никто не пожалел. Никто тебя не пожалел, не покормил. Никто. Да, мой ты такой ласковый. Ласковый, ласковый. Жирненький. Ты не худой, ты жирный. О, пока ездили в магазин, Женек ягодки нарвал. Поставил на стол. О, красота где. Колину машину загнали во двор соседям. Соседи сейчас отсутствуют и разрешают пользоваться их участком. Даже можно здесь посидеть, у них прохладно, может быть, даже здесь угнездимся. О, здорово. Да, здесь тенек у них. Кот, а ты что к нам не приходишь? Ты только здесь трешься, да? Ну, он не стесняется. Вот такой бы дворик себе, да? Ты не стесняешься? Ты не стесняешься? Ты только тут ходишь и ходишь. Приезжай тоже, машина. Она у него в тенечке стоит. Ходишь? Тебе позвонить надо, да? Нет, дать позвонить тебе. Ты такой, такой, такой. Решили переодеться. Вот комнатка, где мы будем ночевать. Гляньте, как хорошо. Вообще классно. С видом на огород. Одели шортики. Будем загорать. Так, а вот такую вот экспозицию сделали из деревенской печки. Гляньте, как классно. О, здорово. Самовар старенький. Цветочки сухие. Вообще класс. Вот. Шпионы на столе. Не могу, нюхаю. Не нанюхаюсь никак. А ты, Володя, что в штанах?
Я в них и буду ходить. Они все равно не загорят, лохматые. Лохматые. Как красиво, маленькую. Спасибо, ставь, сейчас я возьму. А то у меня в одной руке камера, в другой руке телефон. Ну, выбирай что-то одно. И вон, пока все не поешь, уже... за стол не посадим. Да я лопну, ты что, я уже поела и то, и то. Наедайся, у вас такого нету. Клубника, конечно, шикарная. И черешня тоже. Ведь клубника все спелая-спелая. Я чтобы никого не пускал. Стоял, рычал. Ты заметил, что меня обованили? Чуток. Лучше бы я тебя подстриг, модель. Нормально, она красавчик. Она парикмахер, дочка у него. А я не парикмахер. Она и Клаву подстригла, и меня, и Колю. Где мы в гостях были, Саша. Она в Мурманске парикмахером была, а потом здесь. Она не здесь, она в Ростове-на-Дону работает. Работала. Но она сейчас пока карантин. В кредите. В каком кредите? Да нормально, я загораю. В декрете. В кредите она. В декрете. А я в кредите. Хорошо, что не в ипотеке. В кредите. Загоняет к нам в сервис, все, все. Ну, они говорят, мы вам масло поменяем, тут подтянем, тут подмажем, тут подчиним. В общем, машина будет готова через 2 дня. Не 2 дня, 4 часа. Она говорит, я вот тут работаю, мне позвоните, я приду, заберу. Хорошо, приходит. Машина стоит, вымыта, все, коврики, все чистенько завела, работает. Все, масло поменяли, фильтра, все сделали. Говорит, поеду завтра к дочке в Тамбов. Я говорю, ну езжай, она говорит, откаталась, поеду. Не доехала до Тамбова, обрывает ремень ГРМ, и все, она глохнет. Она говорит, Вовчик, она мне не заводит, ты мне не дотащишь. Я говорю, с удовольствием тебя дотяну, у тебя же автомат стоит. Она, да. Я говорю, как я тебя потяну? Ну, автомат 30... нельзя на буксир? Нет, только эвакуатор. Только эвакуатор. Говорю, я тебе буду тянуть 2 дня. И на буксир автомат нельзя. Нельзя. Водиться, нельзя. Ну, короче, только эвакуатор. Эвакуатор, говорю, вызывай, бумаги собирай. Разбираю двигатель, клапаном мандец, ремень оборванный, все. Подоклинило. Они говорят, заключение, машина на гарантии. Они говорят, неправильная эксплуатация. Отметка есть, техобслуживание прошла. Говорю, не расстраивайся. Завтра я на Москву еду, грузим его в БК, твою машину. Там сервис этот. Я буду грузиться, и заодно директора знаю хорошо. Грузим в БК, а на растяжке. В Москву приезжаем. Захожу. Матухнов Игорь. Охрана, куда я к Матухнову? Вас ждут, я говорю, звоните. Владимир приехал с Воронежа. А, Владимир, пропускайте. Наверх поднимайся. Игорек, так и так. Дело надо сделать черное. Купили машину. У нас, знаешь, открылся там сервис Митсубиси вот эти. Он, знаю. И чё? Ну, вот он прошел от того, Тамбова не доехал, все. Мандец, я вон в кузове. Я наш тут хозяйка. Молодцы. Помогу сейчас. Спускается вниз, выгружайте, выгрузи. Так, вон склад, машину, ключи оставлять, тебя загрузят, пошли с машиной разбираться. Выходит мужик, поглядел так, погрузчик. Цех туда ее. Крочат, выходит. Говорю, что? Через неделю машину заберете назад. Говорю, как заберем? Что, непригодно, что ли? Да не, говорит. По компьютеру пробили. Генератор не этой партии стоит на машине. Ремень не той марки. Машина прибраталась у нас в салоне и перегонялась в Воронеже. Вот они все данные на машину. Все, что стоит на машине. Под номерами. Генератор номер не тот, стартер номер не тот. Как вы собирали-то? Собирали, она машину оставила. Мандавоха. На ТО как? А на ТО оставили, а там поменяли. А все. Там все поменяли, ремень новый сняли, ролик новый сняли, старый поставили, не с той партии. Они пробиваются все под номерами. Короче, на ТО все там перекуролесили. И сюда приезжаем, она на машине приезжает, ей заключение дают. Что он не пустырно пробивал каждую деталь. Угу. Каждая пробивается. Вот. Каждая по номеру. Но... Да, вот. И она приехала, говорит, вот, ребята, разбирайтесь, вот машину я прибрала, вы машину тут прибрали в Великане, мне продали, ТО сделали, и вот это. На 150 тысяч только ремонт мне встал. Плюс эвакуатор до Москвы и обратно. Или через суд. А что мы? Мы ТО в машине сделали, масло поменяли, мы туда не лезли. А вот это что? Заключение Москвы. Ремень не тот, генератор не тот. Откуда? А вы где машину покупали? У вас в салоне. Вот ваша отметка. Ну ладно, мы этот вопрос решим. Через суд отсудил еще. Машину считай. Правильно. Отсудила? Ну конечно. 600 тысяч.
А во дворе ничего не сажали, Лен? Ничего не сажали. В смысле? Во дворе, как у Клавы, вот как тут, ничего не было сажали. Ни хера. Не заведено было. А, сажали где-то вот туда, да, за огород. Да. Ну как огород, вот, как за двором. Да, речка текла, и за речкой огороды. Ну вот как. Ну я поняла, как у вас вот за домом было, где это Люба, кукурузу там. Да, это да, что-то... да, да. А поливать там никак? Ходили, поливали. Ведрами? Были, как назывались, копанка вырыта. Ну. Там одна на пять огородов, ну там метра три или сколько. Да. А, оттуда ведрами черпали и поливали. Да, и поливали. А дома ничего не сажали? Дома ничего не было. А что было? И за цветы? Да ни хера, не было ни цветов, скотина была, и все. А, хозяйство держало. Да. Да, да, да. Все на огороде. Морковка, клубника. Все, дома ничего не было. Чтобы выйти вот так сорвать, ни хера не было. Ничего не сажали. Это надо идти было на огород за редиской, за луком. Все там привожу, а то бутылки он пишет. Электролит череп нарисованный. Зайдут соседа по 50 грамм, вода дистиллированная. 15 минут 20, оба готовы, тут лежит, тот там лежит. Никуда не выходили, готовы. А, он это, привозит спирт или рисует? Я привез спирт. А, ты привез и подписал, что там электролит. А он наклеил бумажку, бабка же ищет. Самогон она знает, где чего лежит. А. Пишет, электролит для аккумулятора, череп, яд. И поставил, чтобы это... В гараже на видном месте стоит. Но. Бабка, электролит. Не трогает. Не трогает. Вода дистиллированная. Вода. А электролит не, ну, нюхать никто не будет. Ну, кто будет нюхать? Они зовут с дедом вот так. По рюмочке водой дистиллированной. 15 минут это тут лежит, тот там. Никуда не ходили, готовы оба. Где? Вот загадка. А, где? Типа, Галя, мой самогон целый, Марус твой. Тоннель в подвал. Все целое. В нули. Только отошли, пошли в козла играть. А спирт за это вообще, наверное, разве? Козла вон напротив играли. А. Трава выпечена, идут, друг друга ведут. Откуда? Они перед козлом всегда вот туда. Посидели на солнышке, вот в хватке, готовы. О, как хорошо. И куда ты ползешь? Так на место. Никуда не ходит, магазин не ходит. О, за шашлык запах, кстати, запах ветром придувал. Ты что меня моешь? Охлаждает. Охлаждает. Греется. Я не могу бочку нажимать, как я, чуть-чуть облить. Да я залезу сразу, у меня купальник есть сейчас. Одену и нырну. Так, только увидела, сидели-сидели, углазела. Деревенский пруд, видите, как выглядит? Пруд. И ныряй себе, пожалуйста, даже лягушек нет. Не надо ко мне, не надо. Я просто хотела, чтобы ты на меня посмотрел. Подожди. Я что-то руку потянул, думал, может, что, да? Сейчас мясо принесут, тебе отломится кусочек. Я тебе обещаю. Ты мне веришь? Я тебе дам. Верь мне, верь мне. Уже притащил. Кабачки. А, это вот такие штучки? Нифига. Прикольно. Это я попробую. Форма какая-то. Ну, это Нелли сама делала. Я чипну. А, все, поняла. Пестик. В панировке, да. Я думала, как она это... Вот так вот, на четыре части или на сколько? И потом в панировке... Заворачивать. Или обжарили, нет. Обмакали в панировку и обжарили. Это мое будет, я же его попробовала. Раздвигай, видишь, убирай. Нафиг они нужны, нам туда поставим. Рулетики. Сигареты. Сейчас пока не смотри. Ну, не подглядывай, да? Да. Хорошо, не буду. Не остывал. Подглядывай. Все. Не дает. Ну. Все. Так как надо. Ладно, нет. Все армяне. Я азербайджанцы. Мы не будем подглядывать. Я научил очень сильно готовить в этом плане. А ты неправильно посчитал. Ты кота-то не посчитал. Говорит, нас пять, нас шестеро. Вон он, шестой. О, лаваш. Сейчас остальное все приедет. Куда уже все? И так все привезли. Нет, пока нет. Мы уже посчитали, вот тут двое. А, ну если там... мы там не будем, да. Там никого а не кто будет. Там будет сидеть? Ну, двое. Мы с тобой. Я могу сюда или да сюда. Ты уже вся краснищая. Так я вот уже третий день загораю. Ужас. Там у нас горело. Слушайте, тут жарко. Краснополье. Нель, не, вот сюда садись, это на лавочку. Так, сюда двигайся. Вот. Тут хорошо. Вот, я знаю. Иди вот туда. Вот сюда. Да. Так, открываем. Оба-на!
Вот это супер. Кабачки. Кабачки. Мы уже сколько глянь-глянь погрызли. Какие кабачки. Может, они не прожарились? Нет, нормально. Мы уже это попробуем. В кляре. Сейчас мы все попробуем. Вот так засух. Давай. Кабачки. Так, ну что, начнем с картошки. Да, я что-то тоже картошку это... Сальцом брать надо. Грызть сальцом раньше. Опа. Вот это вот соблазнило нас. Лук маринованный, в мясе, который мариновался. В мясе только соль, перец и все. Ничего, никаких приправ, ничего нету. Пойдет ложка, я принес. А вон, а раз ложка, два ложка, да я повтыкала. Кто уже загорел, скажет его. Он негр, он негр, он вообще я быстро поливаю, загорает. У Клавы все время да, раздеты во дворе. Это да, Лена да. Скрывается там со своими... Где я скрываюсь? В беседке. У меня шкура не такая, как у тебя. Какая не такая? У тебя быстро загорает, у меня медленно. Смуглая. Это у меня просто немытая. Он его дразнили цыганом одно время. Вот этот соус самый шикарный. Обычно самый дешевый соус, туда добавляешь чеснока, зелени, самый шикарный соус. Спасибо, Миш. Ой, Женя, вообще тарелка пустая. Выкладывай себе картошечку. Бедняжка. Не, нет, видите, это, у всех это, у меня вот хлеб откусанный. Ага, кто готовил? Да не, я не надо, я не буду, я накладываю. Надо больше. Каждый себе сам накладывал. Я так не люблю, ложить тарелку, надо съедать всю.